Ульяновские спасатели за праздники с огоньком, но в хорошем проявлении этого слова, без пожаров. Их в этом году и так было много. Зафиксировано около 6 тысяч случаев возгораний. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число пожаров выросло более чем на 11%. Погибли 71 человек, 51 получили серьезные травмы. Спасатели призывают в период новогодних праздников неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Особое внимание нужно уделить электроприборам. Регулярно проверять их исправность. Еще одно предупреждение касается пиротехники. Покупать праздничный огонь стоит исключительно в специализированных местах. Ну а запуск фейерверков должен оставаться за взрослыми. Детям до 18 лет это категорически запрещено. Не оставляйте без присмотра источники зажигания, спички, зажигалки. Не допускайте игр с газовыми плитами, с электроплитами, поскольку детьми даже эти приборы могут быть использованы в их играх и может это все повлечь печальные последствия. Берегите себя, берегите своих близких и с наступающим Новым годом. Счастья и здоровья!